хард на спецучастке. Где-то пропали машины, уехали на хард, но никто пока не возвращался. Вы дорогу помните или нет? Со всеми. Ох, блин, жестко. Что это, отсечка срабатывает? Да. 8000 оборотов? За 8. За 8. 8800. Порвал. Половину уже поддали. Чуть-чуть. Давай, чуть-чуть. Осталось. А, еще дальше. Чуть-чуть и зацепь. Ну, чуть-чуть еще буквально. О, сейчас. Давай, давай. Быстро очень, медленнее. Давай, я отпускаю, я отводом пойду.
Был близок к провалу. Газовать, чтобы сравнять. Не газуется там. Лопаты в руки. Ага, вот. Можно идти смотреть. Вот и участники. А ну давай вправо уходи. Уходи вправо. Уходи. Да, тут же вон и патрол же в харде. Ух ты ж, елки, вон котлета там. А ну давай, 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 быстрее выбегаем. Выбегаем, что там уже зарубилово. Так, хард. В харде рубилово уже. Минут 30 тут, наверное, идет. Мы там ждали, ждали, не дождались. Зато красиво. Это все первый. Скоро выйдет. Еще часа два, и он сотрет ее, да, бородач? Давай, давай! Больше разгон. Больше разгон. Сейчас он тебе поможет. Ну, уже близко. Уже близко. Да, весь хард скопился здесь. На первом же скачке. Кто? Игорь, мы думали, вас людоеды съели. Где весь хард делся? Крепкий патрул, УАЗа патрул. Все, лебедец. Это второй участник? А кто первый заехал? Олег. На Ниву? Да. Лебедился? Конечно. Сразу прийти. Сейчас сотрут. Сейчас сотрут чуть-чуть, и можно заехать будет, или нет? Тут вверху скользко. Держи, получается. Держи, держи день. Ну, спёрли, там. Держи, 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 вот так и держи. Держи, держи, там.
дорогой, давай, давай, давай. Ну, еще чуть-чуть. Гаску, гаску, дед! Короче, мы все пропустили. Полностью все пропустили. Только началось, это вторая машина. Еще один, я молодец. Так, это лайт. Налегке. Это лайт. А где второе засадное место, да? Второе дальше засадное где-то место? Садись в багажник там. Семидесяточка. Владик, да. Да. Так, а там на спуске, после финиша, аккуратно вот. На спуске. Аккуратно, что-то мое второе место. На спуске аккуратно, говорит. Но он будет ехать или он там... Это Владуд, он сейчас пока сдует все колеса. Глянь, весь лагерь сюда переезжает. Да? Ну вон, смотри, сколько еще народа потянулось. Да нет, то просто, знаете, мимо едут. Рыбаки, то грибники, грибники. Рыбаки, ягоды. Грибники. Так, семидесяточка. Ваня, ты даже не собирался заезжать, я смотрю. А это что? Что за... Это слюнявчик. Это слюнявчик, снизу привязывай. Подожди, давай я сейчас. По последнему слову техники ты собрался. Так ты хоть раза три скаканул, Вадя. Что ты сразу раскололся? Очкует, что? Старый стал, видишь, борода совсем седая. Да? Подари, да, он, кстати, уже на тебя. Опусти стекло. Опусти окно, блин. Что, стекло не опускается, что ты... Он уже глухой, не только седой, но и глухой уже. Поборолся хоть раз 15, потом лебедку размазываешь. Где экшен? Леша, давай быстрее. Окно открой. Мы не видим твой... Окно открой. В Тойоте не опускаются стекла. Смотри, опускаются. Опускаются. Так работает такая. Тебя штурман же не слышит. Давай этот. Что? Слюнявчик. Так ты натяжешь куда? Слюнявчик еще. Да нахер вот это... Да пусть будет. Бросай. Бросай. Руслана бросай, точно попадешь. Блин, красиво висит. Красиво. Даже на поездах, на электричках люди едут уже смотреть. Приветствую. Приветствуют. Экшен слабый, да. Сейчас будет. Они не ехали еще? А ждут, пока сотрут? Просто один порвали уже. Растерял, вообще легко перебирал. Колеса, колеса. Помогаешь мне? Помогать надо хорошо, чтобы следующий был легче. Вообще. Ну, это не наш копай, метод. Ваня, а то он будет легче ехать. Не копай, да. Нам надо кино. Заглох что-то. Колеса, колеса. Колеса, колеса. А то стрелять. Колесами, Владимир. Сейчас просит распустить. Ты готов нажать на тормоза? Не, он не готов. Хватит, хватит, Вадя, уже сильно роет. Слышь, это на все готово уже, видишь? Сзади. Не, тянись, тянись, тянись. Улучшил сразу, улучшил, да. Сейчас у Игорь заедет сам. Так не отъезжай, сразу подстрахуешь. Сейчас Игорь сам заедет. Обхватил ему. Так, лайт продолжает. Газик разошелся. Что, обогнал газик в прилуке или прилуке? Прилуке что-то нет. Да не нету, они на втором круге уже его обогнали. Все, да. Серега, набрался силы. Давай! Слышишь, как он рукой видел тут махал, что аж скорость у 70-ки выросла. Турбулентность попал. Да. На тренинге включил. Да не. Да не, ну это... Да не. Такой хоккей нам не нужен, блин. Отъезжай! Следующий. Тренер сейчас подскажет. Вот тот с тяжелой ногой, если бы он сел на эту красную машину, да? Вот этот в зеленой жилетке. Завоняли, как можно уже полчаса не курить. Да я тебе говорю, две недели можно не курить. Да не, но он же
На мертвом 2.8. Ногу с педали убрал. Каком мертвом на это? На третьей пытался. Живее всех живых. И вторая. Что там делал? Я непонятно. Наверное, если... уже фу, блин. Ты как всегда на распашку, на это все. То в сапогах в воде. Что-то борьбы нету никакой. Вообще нет борьбы. А что, он вернулся, да, или что? О! Начинается экшен, да? Дымовая завеса, блин. Я стану тебе да на спину. Да нет, сядешь на него. Я стану ногами на спину, чтобы ноги не мерзли, чтобы на холодном не потом стоять. Я встану, и ты упадешь на патрул, да, или что? Там уже как потому пойдет. Что Нио не вернулся, где-то еще там что-то есть, да? Да. Он первый проехал, и что-то его давно... И давно же уже уехал? Да, он давно уехал. Уже три дня как уехал. Три дня. Подъемы все такие. Давай чуть назад отойдем, чтобы больше... По-честному, да, все? Лучше сделали влезли. Все блогеры два шага назад. Все блогеры. Чуть не сел туда. Игорь! 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 Так, сейчас будет экшен. Ай, чуть-чуть. Почти, уже лучше. Ну, стягивает. Ну, навонял конкретно. У него что-то с этим, с желудком, да? С палевной системой. Что-то с выхлопом. То Териос бы красный уже заскочил бы давно здесь. О! В животе что-то у тебя росло? Вот это сигнал нормальный. Это ты бзданул, по-моему. Не? Зови Игоря. Батарейку поменять сразу. Вот там звонил. Смотри, смотри, натяжечку раз. Второй. Чуть не заехал. Стань, когда он доедет, схватись за руль и утрись ногами. Да, надо срезать, мешает, не видно траекторию движения. Приехал, да? Нет, где-то же, значит, еще есть место. Два приехало. Два первых приехало. Теперь можно ложиться спать. Еще и на трассе оставили пиплет. Давай снега еще добавим туда, чтобы интереснее было. Да не, ну это у тебя... Будут брызги лететь, да? Это из-за меня, да? Ну, он на снегу поскользнулся и выскочился. Да не, ну это же хард полноценный был. Еще таких пару помощников, врагов не надо. Ну вот эта вся банда. И лебедка. В ожидании. От сложного к простому. Блин, сколько желающих посмотреть, как кто-то изменяет. Ты, конечно, одна красивее друг. Вперед не включается. Видел, Рус, что значит термита правильно подготовить? Он догнал. Сейчас еду. Все? Так цепляйся с ними за одну защиту. Цепляйся за него, сразу он все вместе вытянет. Так, квадрик по альтернативному маршруту. Ребята нормально тянет? Понижение, конечно, серьезное. Да, ну базилуазы. Базилуазы, да? Редуктора и бортовики. Хорошо едет. Ты видишь понижение какое? Олег, два... Да, нормально, Двойка редуктора бортовые? Двойка редуктора? 1.78.
третий. Так, котлета. Уверенно. Так, тут квадрик. Олег, отъедьте, там следующий, Олег. Да, сейчас. Трос. Да в руки возьми трос, отойди, он проедет. Копы? Копы там стучит уже там сзади. Стучит копы там уже. Слав, если будешь на мотоцикле уезжать, догоняй и хватай руками. Так, ну, опять этот. Андрюха, стань на ту сторону. Я вижу, я же ему что-то кричу. Ты закрываешь весь обзор. Ага. Давай по старой пусть идет. Так не дают. Эй! Гони! По старой есть, по старой! Подходи. Еще раз, еще раз.